Ребят, всем привет! Вы на канале Чимита Жаргала. Сейчас мы, получается, готовимся к открытию сезона летнего. И вот я вам сейчас просто хочу показать вообще вот это вид снутри, получается, песочный фильтр, ребята. Он, получается, 5 кубов в час через себя прогоняет. Это, кстати, германский. В общем, я не стал заморачиваться сам сделать, ну, я его просто купил, за 9 тысяч купил. Поэтому можно бэушный купить и все. И не заморачиваться, чтобы самим делать. Все-таки заводское есть заводское. Вот. Вот смотрите, вот это получается вставляется, вот так вот вставляется. Вот так вовнутрь. Там уплотнительное кольцо, все есть. Не то, что уплотнительное кольцо. А это, ну, в общем, она плотно вставляется. Вот оно, уплотнительное кольцо резиновое. Вот он, получается, 48 килограмм кварцевого песка сюда делается. И вот таких штучек, ребят, у вас должно быть 6, ну, точнее, в данной модели 6 штучек. Они вот, смотрите, как откручиваются вот так вот. Если у вас, допустим, упало давление, точнее, вот здесь вот прочищаете вот это, вот эти все моменты зубной щеткой, и все. Тогда у вас пропускная способность увеличится. И вот я вот сейчас вам там, в принципе, на одной показываю. Вот. Сейчас их прочищу. Там 5 штук. Одну просто прочистил маленько. Видите, вот там грязно. Вот. Вот это все надо. Потому что здесь-то должно быть чисто. Вот. Поэтому прочищаете, все вставляете. И все у вас, ребята, заработает, как новый вообще он будет. Это вот, смотрите, он, вот сейчас покажу, как вид сбоку его. Ну вот, старые хозяева сломали ручку, но ничего, она, по крайней мере, переключает. Вот так вот, режимы, какие нам надо. Здесь, получается, 6 режимов, что офигенно, это круто вообще. Получается, германский фильтр. И все, и на одном вот вы, я вот посчитал, да, чтобы самому, допустим, собрать фильтр, да, это надо около 6-7 тысяч. А этот мне обошелся за 9 тысяч обошелся бэушный. Ну и все, тут завод есть, завод, короче. Все здесь продумано вообще до мелочей. И обратно, то есть все одним непосредственно переключает. То есть, а в, ну, без фильтра, чтобы он работал, с фильтром работал, в канализацию вода, чтобы проходила, и что еще-то, ну, в общем, много чего. Ладно, ребята, это вам надо в Ютубе посмотреть, я вам просто хотел показать вид снутри, получается, как это все выглядит. Ладно, ребята, всем пока.